6 июня на площадке у торгово-развлекательного центра «Акварели» команда «Раунд X» из Санкт-Петербурга продемонстрировала мастерство управления спортивными болидами, носящих имена героев Великой Отечественной войны. Начало проекта было положено в Питере 16 мая, там же 11 июля он и завершится. Всероссийский тур дрифт-шоу команды «Раунд X» «Спасибо за победу» охватит 17 крупнейших городов России. В Волгограде команда показала уникальное шоу, аналогов которому нет ни в нашей стране, ни за рубежом. Зрители увидели экстремальный способ вождения машины без помощи руля, выход из движущегося на скорости болида, синхронные маневры, вращение в кольце, парный дрифтинг и другие трюки. За 2 года существования команда сумела создать ряд уникальных шоу. Профессионализм пилотов и организаторов дает уверенность, что все мероприятия отвечают любым мерам безопасности. За время тура каскадеры проедут более 13 тысяч километров. Следующее шоу состоится 13 июня в Самаре. Свой тур команда приурочила к 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.